Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, с вами Вредный Нот. Мы продолжаем играть в игрушку Jurassic World The Game. Опа, и 63-й... Ничего себе, 63-й левел. Ребятки, у нас сейчас скафагнат будет. Итак, у нас два простых события, одно VIP-шное, и еще у нас вот бита за скафагната. Ну, давайте, наверное, давайте с VIP начнем. Так, для разогрева чуть-чуть. А попутно у меня же вывелся, и думаю, видите, теперь 20-й левел. А, я заказал Приатродона. Я остапозавра с крутозавром заказал Приатродон. Уж Приатродон, конечно же. Сижу тут, блин, сказки вам рассказываю, а вы верите. Нам нужен какой-нибудь терчик типа Зухариптора. Припугнуть. Дальше, я думаю, нам Алангозавр пойдет. И можно использовать уже такого более-менее, например, скафагната. Первое у нас в разнос пустят, это однозначно. Поэтому мы как бы сильно выделываться не будем, мы уйдем просто в очки бонусов. Я не думаю, что у нас Тегацератопс заберет сразу за один ход. О, а он даже и не собирался. В принципе, можно как делать? Можно его забрать. Раз, два. И уйти в очки бонусов. Во, нормально. Твой план вообще отличный. Сейчас Зухариптора заберут. Тегацератопс за два хода. Он будет пустой. Возьмем Алангозавра. Аланга... Тегацератопс, ты балбес? Ха, нашим проще. Делаем вот так. Пускай он что хочет теперь творит. У нас Алангозавр будет по самой не могу с очками бонусов. Вот нормально. А вот у Стегоцератопса. Всего на все. Один. Один защита у него все будет беспонтовая такая. Вот, пожалуйста, берем. Раз, два и три. И дальше мы не будем выделываться. Я вот возьму вот так вот. Все, я в очки. Все. Я не буду его сейвить, это бесполезно. Ну давай. Хорош. Так, я не понял, а куда мне у него одно очко делось? Или я что-то повтыкал? Три атаки было, да? Ладно, давайте забирать. А, бой, в принципе, легкий такой, разминочный. Реально очень-очень простой, очень такой... Очень-очень динамичный. Давайте вот микропозавра ему поставим. Он должен делать замену. Как только он делает замену, мы выпускаем наших терчиков. Я думаю... Вот этого и вот этого хватит более чем за глаза. Гуаньлун нас не заберет. Какой бы он там читерский 361 левел не был. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу таким быть. То ли дело у меня 40-е честные все вообще красавчики. Давай две атаки. Один атака. Ну ты чё так скромненько-то, а? Не знаю, короче, что он там придумал. Я вот так скажу. У меня первый достаточно сильный, чтобы и Гуаньлуна тоже забрать. Хоть они будут и на равных. Поэтому. Ну, конечно, ага. Началось! Вредно, а? Оп-оп-оп. Оп-оп, он беззащитный. Он вредный, но беззащитный. Ха, нормально. Куда ты дергаешься? Красномордый. То ли дело у меня зеленая морда. Зеленая-синяя, как у алкаша, блин. Мне кажется, у меня динозаврик бухает по вечерам. Раз, два. Так. Три, по-моему, у него был деф. Что-то я... Нет, у него дефа не было, что-то я как-то так упустил момент. Я на морду залюбовался. У него-то страшно, у нас-то симпатичное. Нормально, все вообще красотища просто. Поехали. 3-3, ну нормально, фу. Фу таким быть. Так, итого у него один на дефе по-любому. Раз, два, три, плюс один на деф. И давайте в очки бонусов. У меня второй перчик есть, вот, пожалуйста. Во, вот это уже хорошо, вот это замечательно, это просто прелесть. Давай, Гуаньлун. Я тебя сейчас буду маленько клевать. Ха! Это самое глупое, что он мог сделать. Ну, они, в принципе, всегда так делают. То ли дело мы. Играем-то, а? С умом? А тыкать просто на атаку это... Фу. Давайте мы Эудиморфодона возьмем. Он делает замену на Бонитозавра. А мы такие, оба, и Рожастега. А он бац, я а он бац, и Стегоцефала. А мы такие, оба! Иди Морфодона. Да 100% сработает. 102%. Я по-любому я в этом уверен. Так, он делает замену, поэтому Эуди Морфодон, твоя задача просто набрать очки. Тебя он не прошибет, а замену делать может. Он воевать у нас не будет. Это чисто разменная такая монетка. А, при этом
Довольно неплохая монетка, надо сказать, да? Он еще повоевать может, в принципе. О, мог. Да нет, еще может. Давай, давай, давай. И он все равно нас прошибет, да? Давай, кусни, Радик. Хотя бы кусь престижа. Вот нормально. Чуть-чуть слабенько, но пойдет. Вот. А у нас Рожестега, я думаю, справится вот с Бонитозавром легко. А с Алангозавром, я думаю, тоже достаточно легко справится. Так, Бонитозавр у нас, в принципе, пустой. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Во. Отлично. Че, у меня микрофон уезжает, представьте. Он тяжеленький для этого пантографа. От пантографа одни панты остались. А, другое дело. Так, 24 он сделал, ну и все. Раз, два. Три надо. Плюс две. А, и Рожестегу мы выделываться не будем, мы уйдем в очки. Вот, забираем Алозавра. А, спокойненько выпускаем Скаф Агната сейчас, как только заберут нашего Рожестегу. А его заберут за два куся. А он сделает 4 куся. А я про что? Потому что у нас 2 на очках бонусов, а он думает, что у нас 2 на очках дефа, а у нас там 0. 0, 0, дырка, дырка от бублика. Вот как у него примерно, по очкам и по защите. А, пожалуйста. Ха! Катись колбаской. Вот фраза как нельзя, кстати. Не, ну вы только гляньте, а? Они опять меня подставляют. А у меня нету больше куриц. Мы сделаем вот так, мы сыграем от дефа, а с Кафагнатом будем забирать. Мы пойдем сейчас от дефа. Вот так вот, да. Вот так профессионально, вот так красиво. Он сейчас нас будет кусать. А тебе собака такая. Так, у него максимум 3 очка может быть, поэтому уходим 2 в деф. Вот, пожалуйста, пожалуйста, паразит, что творит? Э? Кто так делает? Компьютер так делает. Все, уходим в очки. Хотя можно было еще чуть-чуть подефиться. Ну, ладно, ладно, ладно. Мы уже набили себе цену, все, хватит. Вот, пожалуйста, пожалуйста, прилетел. Прилетел курица. Два. Вот он пустой. Пожалуйста, сейчас заберем его за 3 куся. Хе-хе, и семьи, нормально. Раз, два, три. А, так. В принципе, если мы поставим 2 дефа, он нанесет нам порядка 2-400. Раз, два. Поэтому мы пойдем вот так. Мы забираем Топиалозавра. А, отбиваем атаку от Рекса. Которая нам, возможно, нанесет 4. А возможно, ни хрена не нанесет. А возможно, я даже не знаю, что будет. 2. Вообще нормально. У нее 2 на дефе. 2. 2. А, и мы тогда что делаем? Мы спокойненько. Раз. 2. 3. Плюс 2 с учетом дефа. Бляха. Вообще отвратительно. Ну ладно, хоть одно очко, но будет. Ага. Вот он как пошел. Он один на деф, один на очки отдал. Он 2, по-моему, на очки отдал. Нет, один-один. Ну давай, давай, скажи 5 атак. 3 атаки, 2 на дефе, нормально, у нас 5 атак, мы его забираем. Хе, так тут, фу. Короче, было бы что забирать. Надо. Опа, а он даже защищаться не стал. Давайте только последний уже без этих диплотаторов, ну в самом деле, ну куда нахрен? Да они опять издеваются, они с этими амфибиями меня заколебали. Давайте попробуем таким составом. Я просто не знаю, на кого он поменять. На Метеоринка или на Бонитозавра. Скорее всего, Метеоринка это будет. Это он, второй Диморфодон у нас. Так, значит, Стегоцератопс. Давай сразу в очки. Я тебя разменивать не хочу, но, скорее всего, придется его разменять. Вот началось! Конечно, Крокодайл прибежал. Знаешь что, Крокодайл, на-ка, вот так вот. На всякий случай, а то мало ли что он там в голову берет, вдруг в очки уйдет. Хотя можно было 2 сделать. Ладно. Крокодайл паразит. Ладно, уходим в очки им. Полностью. Вот теперь делай 4 атаки, паразит. Молодец. Хорош. Так он скотина мне вот с этим таким драться. Разрастегаешь, ой, это Супрано Титаном, что ли? Раз, два, три, четыре. Но у него 1300 где-то будет. Поэтому уходим в деф. В принципе, с Бонитозаврой мы еще худо-бедно что-то можем повоевать. 1400, да, в любом случае на одно пробитие хватит нам КП. Так, значит, смотри, Диморфодон. План какой, блин? План разгоняйся!
По самое не могу. Что-то я заведомо прыгнуть на какой-то взял состав. Бляха-муха. Но шансы есть. 6, нормально, хорош, молодца. А, респект и уважуха. У них хп, у них просто нереально хп. Посмотрите сколько. 1, 2, 3, 4. И капец. А у этого сколько было? Я вот так пойду. Мне просто, чтобы бонитозавра забрать, это с бонусом, мне нужно было 4 атаки провести. Давай ты 4 сделаешь, а? Джинзянгоптер. На-на. Вот что он придумал? Что бы он ни придумал, у меня, наверное, не хватит. Ну, давайте, давайте, лупанем. Ну, а вдруг, вдруг? Да, конечно, ага, вдруг. Я вот почему-то так и подумал, что у него примерно так и есть. Так, нужен кто-то помощнее. А ладно. Паразит. Можно было в 5 дефу уйти. А мы ему апатозавра подсунем. Пускай сидит, ковыряет его. Диморфодончик берем. Он у нас сегодня прям вообще вояка. И преатродона. Вот он справится по-любому. Не знаю, что из этого выйдет. Ну, а апатозавр как минимум хорошо выдержит дамаг. От этого он точно выдержит. От этого тоже. Вот. А он, наверное, бить не будет, да? Будет! Ты охренела, что ли, зубастая рептилия? Вот так я сделаю, все. Дерется. Кто знал-то? Не, ну я догадывался, конечно. Я не думал, что он так нагло, так резко, бац и попрет. Так, все, апатозавр свою миссию выполнил. План минимум есть. Надо, чтобы он 4 атаки сделал. Козел. А че 3-то, а? А че не одну? Ладно, один надеть у него. 1, 2, 3, 4. Плюс 1 с учетом дефа. И плевать я хотел, я ухожу просто в очки. Опа, как хорошо, что в очки ушел. Преатродон, преатродон-то должен затянуть, но уже я не знаю просто. Давай, 5 атак. Нормально, молодец. Бонитозавр как был глупым, так и остался. Это хорошо. Зато мы его за 2 атаки заберем. И у нас куча-куча очков останется. 1, 2. Уйдем. А, так, у этого 1400, по-моему. 1, 2, 3. И 1, 2, вот. На всякий случай. Сейчас на нашей стороне перевес. В принципе, за 2 атаки мы его должны забрать будем, если что. Сейчас посмотрим, что он там сделает. Так. Он, скорее всего, 50 на 50 пойдет. Поэтому, 1. Ох, надеюсь, 50 на 50, а не 4 дефа. Нормально, все. Нет, не забрал бы за 2 атаки. А, золотой набор. Нормально, нормально, нормально. Сойдет. Подводное это уже интереснее. Вот это уже поприкольнее, это повеселее. В принципе, возьмем Артакантуса. И давайте Бананагниуса возьмем. Может, наоборот, вот так. Давайте вот так вот. Какой челлендж. Вдвоем против троих. Ну, давай, банан. Я в тебя верю. У тебя вроде как по хп нормально, чтобы доказал выдержать, да? Да, именно так вот оно и должно было быть. А если бы оно еще не зависало, было просто замечательно. Она это очень-очень любит. Ох ты ж, бляха-муха, банан, ты что мне так подставил-то на 30 хп? Собака такая. Ладно. Так, короче, Артакон, не знаю, что ты будешь делать, но твоя задача затащить. На, пока у нее очков мало, давайте будем затаскивать. Что-то банан вообще какой-то бесполезный, у нее реально хп маловато. Погорячился, погорячился. Ну ладно, у нас у этого хп много. Опа, 2 атаки, молодца. А мы его заберем за 3. 1, 2, 3. В принципе, мы 3 атаки от Леопривродона тоже выдержим. Поэтому мы в очки бонусов входим. Так, забираем психодерму. Да, выдержим 3 атаки. Это будет где-то около 800-900. Да? Ты же прав? Да. Я прав. Все, вот таким вот экстремальным способом. По экстриму пошли, по челленджу. Это мы так умеем. Ну давайте черепашку Генодуса, вот. Потому что будет замена однозначно, дальше мы посмотрим. Давай, можно сказать, черепашкам. По имени Архилон. Я в тебя верю. Вот, другое дело. Прилетел сразу такой радостный. Окрыленный на ластах. Так, у него максимум может быть 3. Давайте вот так мы немножко повоюемся. Давай проводи 3 атаки. Ага, вот так, да? Вот так, значит. Ладно, ладно, я вас понял, я вас услышал.
Ох ты какой злой-то, а. Ну давай 6 тогда, чувак, что. Молодец. Молодец, постарался. Так вот. Артакантус. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Поехали. И, кстати, сразу, опережая вопрос. Я знаю, у вас на языке крутятся эти вопросы. Вы их зададите в этом... давайте мы вот так делаем. Я знаю, что вы зададите их в комментарии. Арк будет, но не сегодня. Арк будет завтра. Сегодня выйдет эта серия. Ночью сегодня выходит у нас... А, вот так вот, да? Сегодня у нас выходит ночью Арк Extinction. Я его постараюсь снять. Если я его успею снять, он будет завтра днем. Если не успею, он будет завтра вечером. Но он будет. Это я так, на всякий случай, а то мало ли чё. Так, 7 из 8 у меня паразит нанес. Дайте его забирать. Вредину эту. Раз, два, три, четыре. В принципе, у нас КП достаточно. У Анкаприсиса достаточно слабая атака, но в любом случае... девиц так. Бляха-муха. Нет, две атаки выдержим. Это давай бей. А слышь, ты ничего там не попутал? Пошел-ка ты. Я вот так сделаю. Давай бей 6 атак, я тебя... Бляха-муха, я его не заберу ни хрена. А что с тобой делать? Ну да. Хрен бы я его и забрал. А давайте вот так. Я его не заберу. Так. Он опять сейчас будет 6 делать. Значит, мы что делаем? Мы делаем 1, 2, 3, 4. Нет, 5. А то он, скорее всего, вот, 7, 7. Я же говорю, паразит. Я чокнул, что он хочет. Давай. Да я так и тогда выдержу. Ой, 6 наносит. Но легче мне от этого не стало совершенно. Вот так вот. Надо разгоняться. Надо что-то думать. Надо что-то делать, что не знаю. На было 2, 2 на 1. Так. Вот что он опять придумал. Давайте я опять 5 и вот так. Так, 6 атак, да? 6. А, 7. А бить сколько будешь? Сволочь. Все 7 бьет. Но он меня царапает. Ну, блин, мне 5 не хватит. А что если я пойду... А куда я пойду? Да никуда я не пойду. Давай, бей. Ну, это нет, конечно. Еще одну атаку, что надо. Неправильный состав. Что-то, да, что-то синий в самом начале лажаю, а? Когда выбираю Дина. Давай, забирай. Да, конечно, давай. Утконосный, блин. Клыкастый. Вот так и вот так. Платозаврика мы сохраним. Он у нас красавчик. Сейчас немножечко повоюем. Потому что, в принципе... Да вот Анкаприсис, вроде такой маленький, а хп много и все. Не знаю, что он там придумал. Но в любом случае, одну атаку мы выдержим, одно пробитие. Давай, бей все 3. А, вот так, да, значит? Нет, подожди, так не канает. Я кранозавра выведу. Потому что у него дамаг такой же почти как у мунозавра. А хп меньше. Его не так жалко. А вот у мунозаврика жальче. С другой стороны, он 5 атак будет делать. Вот 5 атак, да, сделал. Молодец. Это какой-то паразит хороший. Так, раз, два, три. Раз, два. И вот так вот. Он просто делает замену и выстоит у монозавра. У него тоже 519 дамага. Анкаприсис сейчас просто в ужасе убежит. А мы сейчас выпустим. Такого мы выпустим. Тебя мы выпустим. Давай-ка. А в смысле я тебя выпущу? Я тебя не буду выпускать. Тебя нахрен. Так. У него 3 на дефе максимум. В принципе. Если мы сделаем все 6 атак, мы его, конечно, заберем. Меня такой вариант не устраивает. Совсем... Ой, совсем мало. Так. Короче, бьем. Я придумал, что делать с очками. Нам нужно пробить. Вот, пожалуйста. Пробили нормально. Ну, этого сейчас паразит. Ну, с другой стороны, у него чего этого паразита? Ну, 6 очков. Ну и что? Ну, что он нам с ними сделает? А мне нужно всего 3 атаки по нему. Вот 2 мы сейчас пройдем. И все. А, даже 2 атаки. Вот и все. Вот так надо было. Хе!
Мы должны вот так делать. Вот. Потом хайнозавр и тилозавр. Вот, поехали. А я вот такой молодец, я его сейчас буду забирать. Так. Две атаки я выдержу легко. Если он сделает, будет хорошо. Хрен он что сделает. Поэтому мы раз-два, вот так. Так, нормально, хорошо. Отлично. Все, вот это я и ждал. А вот теперь мы его спокойненько будем забирать. Раз, два, три. И давайте-ка мы уйдем на деф. У нас потому что будет преимущество перед этим. Попробуем немножечко поиграть от очков. Потому что плотозавра нам, в принципе, бояться нечего. Тем более две-то атаки. Все два пробития. Ну, на всякий случай уйдем в очки. То вдруг что ему в голову придет. Например, 7 атак сделать сейчас. 6. Ну, давай 6. Вот, я же говорю. А ему это может брести в голову. Зато он без очков, без всего. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Все, и даже если хайнозавр у нас заберет мегалодон, у него около косаря, по-моему, дамага, нет? А, нет, 640 всего. Но он нанесет нам, в принципе, может даже и... не заберет, возможно. А в принципе, если у него даже 4 дефа, все, мы забираем. 7 атаками мы его забираем. Вот и все. А он даже и в деф не пошел. А, нормально. Зато брони-то одел-то, а. Ой, хочу себе мегалодошку. Большую, крупную, легендарную. Давай. 40-го левела сразу. Ладно, 140-го. Ой, вот не надо, а. Ну, давайте попробуем. Тут один бой, в принципе. В принципе, нам нужен небольшой разгончик, и Индоминус у нас зарешает все. Вот. И дальше Индоминус просто идет решать. По принципу, малышня заколебала. Давайте по домам. Вот и все. Поехали. Отлично. Замечательно. Будешь бить? Не бью. В принципе, у него 3 пробития, может быть, максимум. Да не, сразу в очки уходим. Если я сразу ухожу в очки, и он не будет сейчас атаковать, то у меня есть шанс на то, что я еще смогу что-нибудь сделать. Вот, например, видите, у меня 6 очков есть. А я в деф уйду. Вот, а у него 3 атаки. Всего-навсего. Бляха, 4 атаки точно. Плюс 1 же. Да и ладно. Да, то у нас сейчас шунозавр леща до спинораптору. Леща шеи, нормально. Он сейчас по шее даст. О, атака лучше. А теперь давай бей 6 атак. Молодец. Хе-хе, глупое создание. Так, Традо, ну давай, забирай. Значит. Раз, два, три. Раз, два. Я думаю, справится. И 3 вот так. А ну он делает замену. Он сразу на скафагната сейчас поменяет своего анкилодога. Что у анкилодога достаточно мало дамага. Плюс без бонусов. Плюс он что-то меня вообще удивляет. Ладно, ладно. Один на дефе. Раз, два, три. Плюс 1 на дефе. И... давайте я в очки уйду. Я не буду понтоваться, я не буду рисковать. Тем более индоминусом. А то сейчас начнется. Я сейчас защиту, он там начнет туда-сюда, ляси-васи, тряси. Начнет там... карты подтасовывать, в итоге получится так, что он мне еще и заклюет. Нет, я такого не хочу. А ему нужно-то 2 куся. Опа. Держи. 2 куся. Хорош. Вообще замечательно. Во, скафагнатика нам открыли. На какой черт, не знаю, их у меня уже и так много. Но он за халяву. У меня вот 20-й и 40-й. Ну что ж, ребят, давайте мы на этом закончим. Если вам серия понравилась, давайте большой палец вверх. Все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик. И не забывайте оставлять комментарии. Всем удачи, всем пока.